Доброго времени суток, друзья, с вами Загнанный, и в этом видеоролике я хочу показать для новичков, как же все-таки начинать строительство. Частенько в игре бывает такое, что вам передали командование, вы не умеете строить, но ребята все говорят: давай, давай, да мы поможем. Друзья, это видеоролик для вас, потому что все-таки тут есть небольшие нюансы. Сопля, ближе заедь прям во двор. Так, друзья, нам нужно 30 метров до суплайки. Один член экипажа рядом. Ко мне, во. Выгружаем. 30 метров до суплайки, один член экипажа. Строимся. Берем вот так, ставим хаб. Хаб желательно поставить прямиком на Фобу. Мы ее закроем. Давайте копаем. Прямиком на Фобу. Еще агрессор есть? Да, давай. Нет, наверное, стой. Отвези ее чуть в сторонку, снайпер нам привезет. Он его полный суплай. Выходим, строимся. Так, потом мы чуть-чуть заблокируем места. Нет, возьмем другое. Пам-пам. Брустер вот такой вот возьмем, поставим, чтобы была возможность у нас обороняться. Возле хаба мы ставим патроны. Обязательно патроны ставим. Они здесь же, это главная такая точка у нас, так скажем, в меню. Потом забрикадируем вот это место. С кем там контакт? Поехали. И ставим сюда. Ребята, здорово. Ребята строятся. А как строить? Это, так сказать, новенький. Что делать? Лопатой копай, левой кнопкой мыши. Лопаты. Это Майнкрафт, братан. Левой кнопкой мыши лопаты. Потрошки. Так, апер петришку взяли. Значит, ждем контакта. Да, выгружай ресурсы. Суплайки отвезите. А то повзрывают нам. Строимся еще, брустер уберем вот такой вот. Команде, дай, пожалуйста, фаертим. Фаертиму я дам. Снайперу, вот так вот она, браво ему даю. Гранатометчику я тоже даю фаертиму. Чарли. Без удара, спасибо. Потом я поставлю, наверное, здесь еще что-нибудь. Привезти еще суплай. Да. Так, потом я ставлю, наверное. Сопля тронула синяя. Едет по дороге на юг, скорее всего, сапера. Я понял. На апере все тихо. Они где-то хаб атакующий ставят. Да, снайпер, пройдись на север до апера. Выбегает с стороны метку, смотри. Вот отсюда. Возможно, там хаб поставит. Да, скорее всего, хаб стоит. Я пока стрелять. Короче, трындец сопли этой. Перевернулся. Печально. Взорви ее. Сейчас добегу до мейна. Да, много людей туда бежит. Да, принимаем с востока тогда. Подойди сюда. Патроны ставим еще ближе к